Хай. Мы сейчас должны вот на вот этой лодочке пересечь речушку. Как он называется? Не знаю. Чао Фрая. Чао Фрая. Неважно, мне страшно. Страшно? Очень страшно, потому что у нас есть вот эта коляска. У нас есть Юлька, которая страшна. У нас Роб там и Влад, которому страшно. Получается, только мне не страшно. И плавать умею только я. Я на то чуть-чуть не считается. Вон лодочка, сейчас мы в нее погрузимся. И нужно быть на той стороне. Надеюсь, удастся поснимать. Поехали. Ну что, у нас получилось? Пока нет. Мчим. От массы жжения лодка ушла под воду буквально. Я с утра нормально. Плотно позавтракал просто. Как же это было страшно. Короче, тут идея такая, что переплываешь через эту прекрасную речушку, и потом можно взять велик. Смотри, с детскими креслами есть, Юль. Можно взять вел и помчать дальше. How much for the one bicycle? Oh, one day. One day? 80 baht. 80? Yeah. One day 80 baht. Yeah. 160 рублей. Окей, thank you. Вот весь мусор, который в реке люди выбрасывают, он весь скапливается прямо во дворе у этих людей, которые здесь живут, под домами, под сваями. Ужас. Да, мне кажется, это нереально прибраться. Ты приберешься, у тебя снова тонна мусора притянет сюда. Это же бесконечно. Можно бесконечно прибираться. Проще не прибираться. Подойдет. Где такую маску крутую взяла? Вчера. Почем? Сколько масок? 20 бат, 6 штук, да? 40 рублей 6 штук. Да, вот вход в дом просто затоплен. Что там? Где фрукт? Кукуруза на дереве, оказывается, растет. Такая разноцветная тренажерочка здесь. О, такое же. Более-менее дикое место. Нет, не центр города. Сейчас посмотрим, что здесь интересного. Я сейчас сниму как раз про домик бабушки. Снимай про домик бабушки. Я уже снял. Вот он, домик бабушки. Как Юлька хотела снять. Очень необычный домик. Как у бабушки. Какая классная аллея, да? Бабочка. У кого-то здесь прям хозяйство довольно-таки большое. Земля, большая территория. Вон. Гуси гуляют. Ну вот красиво, как может же кто-то, когда захочет. Или это какое-то государственное учреждение, да? Домик очень красивый. Сейчас 10 утра, но мне кажется, на улице градусов 30, наверное. Находиться на солнце невозможно. Только в тени. Вот мы нашли этот парк. Это главный вход. Какое колоритное место это. Кафе, кофейня. Здесь есть такая стоечка. Все в зелени утопает. И само здание двухэтажное.
Вот вход. Капучино. Фраппе. Two, please, okay? Two. Yeah. Вот цены, в принципе, все видно. Умножаем на 2, будет рубли. Заходим сейчас в сам парк. Справа интересные парковки для байков, такие расчерченные довольно узкие полоски. Большое озеро здесь, и везде расчерчено под велодорожки, все катаются на велосипедах. Красотища. О, это мы здесь. Большой парк, смотри. Юля сейчас будет кормить карпов. Вот уже видно, они ждут. Они давай, 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 давай. Ничего себе, они жирные, да, какие? Смотри. Ну-ка. Вот акула, еще. Акула, смотри, плавник. Какая акула? Нет, ну до плавника, видишь? Себя? Это карась. Смотри, вот он, вот, смотри. Видишь, вот он. Да. Вот он, сейчас увидит. Видишь нос? Вау. Это сом. Это сом, усатый, да. Вот, смотри, вот видишь, он нос большой. Да, 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 вижу, вижу. Не видишь? Да вижу, точно тебе говорю. Солнечные батареи используют. Мне кажется, конечно, достаточно мало для такого большого парка, но, может быть, для освещения хватает. Ты какая красавица здесь. Уйти, какая красавица. Я догоню. Уйти. Такси, такси. О, 40 рублей с человека. Едем назад в наш мегаполис. Помчали. Это так страшно было, да? Нет, смесь. Страшно парковаться. А? Сейчас аккуратно выходим, не раскачиваем лодку. Как? Давайте раскачаем. Нет. Так, на раз, два, три качаем лодку. Раз. Подожди. Главное лодку. А? Как перебираться будем? Босиком? Весело. Ё-моё, что делать-то, а? Вода поднялась. Бангкок топит. How to get to that side? Как я, говорит, идите, говорит, как я, и все. Так, ты, наверное, пойдешь с коляской. А, везет же, а. А мне пешком идти, что ли? Эй! Эй, стойте! Эй! Вот. Вот как так? Роб, Роб, нам с тобой пешком идти. Thank you, grandmother. А женщины, да? Да. Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем. Вот такой был парк. Очень похож на Измайловский парк в Москве летом. Только тут еще есть игуаны, всякие муравьи, всякие рыбы, карпы. Вот. Ну, на раз классно. Такой семейный, все с детьми, тайцы. Мы такие же примерно, только не тайцы. Пока!